В Берлине также прошла акция, в ходе которой митингующие требовали повышения зарплат и социальных пособий, уменьшения цен на электрическую энергию и топливо, а также выступали за внедрение экологических проектов в стране. Акция прошла под лозунгом «Солидарность через кризис». Демонстрации охватили и другие города в Германии. Всего было зафиксировано 20 тысяч участников. Подобные акции протеста получили широкий размах в начале месяца, захлестнув не только в Германию, но и другие европейские страны. Антиправительственные митинги проходят в Италии, Франции, Молдове и ряде других стран. Сейчас в Европе и в частности в Германии очень много проблем. И мы, простые люди, против повышения цен на электроэнергию, а также мы выступаем против изменения климата. Собственно, это причина, по которой я здесь.